У меня хорошие новости, Каспер. Я нашел для тебя крупный проект. Новое реалити-шоу с онлайн-трансляцией на весь мир. А, ты издеваешься. Мне нужна роль в кино, а не в шоу. Как мы здесь оказались? Я отказался участвовать. Как все загадочно. У вас тоже исчезли телефоны? Похоже на похищение, а не онлайн-шоу. С трансляцией на весь мир? Стрёмно! Добро пожаловать в онлайн-шоу «За стеклом». Вам посчастливилось принять участие в невероятном зрелище, которое удивит весь мир. Вас ждут изощренные испытания, изобретательные и рискованные. Мы поднимем большие бабки, расслабься! Ваше передвижение не ограничено пространством дома, но выбраться сможет не каждый. Будет весело. Ваша задача – достойно представить свою страну и победить в голосовании пользователей со всего мира. Кто сказал, что мы должны играть по его правилам? Камеры спрятаны по всему дому. В душе и туалете изображение будет размыто для зрителей. Но вы можете отменить эту функцию в любой момент. Ну, посмотрим, кто кого. Уровень испытаний будет повышаться с каждым раундом. Все, что известно на данный момент, это то, что 8 участников из разных стран мира прилетели в Лос-Анджелес и исчезли. Никто не будет голосовать за такое. Люди выбрали меня, потому что я позитивная, а не токсичная, как некоторые. Да ты просто показала сиськи миллионам зрителей. Уровень выше. Уровень выше. Уровень выше. Голосуй за меня. Остановите их. Кто-то из нас помогает организатору! Мы должны вычислить, кто! Полиция разыскивает организатора шоу. Его цель за пределами игры. Уровень выше!